Смотрел интервью одного говнопроектировщика, который не знает, как строить Керченский мост, но сейчас объяснит, почему его не будет. А в конце ты узнаешь основную причину, почему Керченского моста не будет. А? Свои, говорит, нельзя забивать, так не строится. Как сейчас все объясняют, мы будем бить сваи. Я говорю, ребята, ничего там бить нельзя. Это море плюс 80 метров донных отложений. Я, говорит, видел, в Борисоглебске мост построили, а он рухнул. Я сам видел. Борисоглебск, я это видел лично сам. Там сделали мост, он рухнул и убил того, кто стоял под ним. А вы знаете, когда принимается мост, под него остается главный проектировщик. А, нет, говорит, сваи надо забивать. Надо сваи забивать и отапливать их. А? И надо, говорят, нужно делать так, чтобы эти сваи были отапливаемы, чтобы их грели зимой. Ну, вы понимаете, да, ну все можно, конечно, сделать. Только вот, говорит, водообмен из-за этого испортится, и Азовское море вымрет. То, что убьем всю биоту Азовского моря, это никого не волнует, то, что нарушится водообмен между Черным и Азовским морем, ну, тоже никого не волнует. А вот, говорит, и основная причина. Смотрим. Господин Путин в школе географию прогуливал. Поэтому у нас в субтропиках зимние Олимпийские игры происходят. Поэтому мы строим мост, непонятно как и почему. Что-то мы там еще строим, непонятно где и как. И вообще непонятно, как мы строим. Подписывайся на канал, пиши свое мнение. Дальше будет только интересней.